Гости из Китая в Хабаровский край пришли харза и пятнистый олень. В Хабаровском крае на территории Большехехцеирского заповедника замечены редкие для данного места животные, пятнистый олень и харза, млекопитающие рода куниц. Запечатлеть зверей удалось с помощью фотоловушек, расставленных на территории природного парка. Пятнистого оленя стали замечать в конце июля, а харза появилась на территории заповедника несколькими месяцами ранее, передает МК в Хабаровске. Фото.ру, Википедия, Орг, на Орловщине проверят владельцев охотничьего оружия. Проверкой занимаются подразделения Росгвардии, полиции и охотинспекция. В рамках профилактической операции «Ночной охотник Росгвардии» при содействии полиции и КОА «Орелоблохот» учреждение проверит владельцев охотничьего оружия. Владелец огнестрела обязан иметь действующее разрешение на хранение и ношение оружия. Внесенные в лицензию данные должны соответствовать фактическим в части калибра, модели, номера оружия, сообщает МК в Орле. А в Бурятии вечерний рейд охотинспекции и выявил массовые нарушения. Все задержанные вышли на добычу без разрешений, имея при себе гладкоствольное оружие. Нарушителей ждет административная ответственность.